Открытие новаторжской ярмарки совпало с похолоданием на побережье. Но покупатели давно уже поджидали, когда в город привезут отечественную меховую продукцию, которая отличается и качеством, и дизайном. Специально для девушек, которые любят ездить в автомобилях, укороченная рука, в три четверти, под него обычно подбирается длинная перчатка. Цвета у нас есть разные, есть цвет шоколад, есть цвет деграде, есть цвет фиолет, есть вот смотрите, вот такие вот модели в цвете жемчужина, пастель, паламин. Модели пестрят разнообразием, дизайнерские решения самые интересные. Вот, например, модель бутон. Изделие отделано мехом, это может быть лиса, соболь или норка. Есть и без воротника, но необычно сшитые. Здесь он немного подшит, рукав идет сзади. Длинный, спереди короткий, специально, как вот раньше такие на балах, да, платья были, вот он такой элегантный, модный образ. Привлекательно смотрится пончо из норки. На новоторжской ярмарке, которая открылась в «Жемчужине», представлено более 1000 готовых меховых изделий. Размерный ряд от 42 до 60, модели для всех возрастов. И это не только шубы, но и дубленки. Большой выбор и для мужчин. Сегодня они не стесняются быть модными. Главное в одежде – удобство. Ну, а ценовая политика удовлетворит каждого покупателя. Меня вообще интересуют меха, я вообще люблю меховую одежду. Пришла посмотреть. В общем-то, все есть, но вдруг что-то новое, что-то хочется обновить. Поэтому, может быть, что-то и выберу для себя. На фоне изделий, украшенных модной фурнитурой, всегда актуально смотрится классика. Все шубы удобные, а в эти дни, пока в Сочи работает новоторжская ярмарка, действуют существенные скидки. Нравится, поэтому и пришли. Пришли всей семьей и купили 4 вещи. Да, от норки до дубленок. Покупателей привлекает в первую очередь качество. Дубленки и шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, рекса, каракуля, енота и, конечно же, норки. На все шубы действует гарантия. Новоторжская ярмарка работает до 8 декабря в гранд-отеле «Жемчужина» с 10 до 19 часов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.